Вообще не обошла. Всем привет, мои хорошие, наши хорошие. Пришла зима в Мерсе, наконец-то мы одели свои куртки. Прямо так уже соскучились по холодам. Надо же почувствовать хоть месяц в году зиму, не так ли? Вам везет, у вас снежок там, а у нас не снег, а дожди. Дождь был тоже не весь день. И вот с утра солнышко, потом такая тучки. И решили сейчас выбежать чуть-чуть, хоть вас воздухом подышать. Завтра суббота, воскресенье, и мы будем опять заперти. Привет, друзья мои. Пью чай. Я Светлана Та. Прячусь, как ребенок. Новым годом здесь не пахнет. Вот такая у меня елочка. Ерушан. С Новым годом. Спасибо, что вы были с нами. Немножко бушуется, переживает. А там, посмотрите, кто-то даже пытается купаться. Сейчас мы тоже перейдем на ту сторону. Боже, как хорошо! Как море успокаивает. И вам нравятся мои видео, когда я показываю про море. На набережной много людей собралось, потому что завтра же выходные. Ограничение выхода. Впереди теннис мы посмотрели сейчас со Шкымом. Здесь футбол на средней площадке, а здесь волейбол. Нам так тоже захотелось со Шкымом в теннис поиграть. Ну, может быть, планы сбываются и мечты. Мечты сбываются, не так ли, друзья мои? Надо только этого очень захотеть. Встретили невесту. Боится, наверное, собачку. Одолжил им он свою собачку для фотографии, фотосессии. А собака сразу к хозяину. Немножко прогулялись и решили сесть и выпить кофейку. Ашкем, афетолсу. Сынас хангейс вечерсон. Сидим мы возле Мейдан, площадь, Бахчисарай. Бахчисарай? Каласа. Фенебахче. Каласарай. Вы представляете, я перепутала. Галатасарай площадь. Мейдан Галатасарай. Завтра нельзя будет гулять. Я рынул масочек, Мак Эвден. Я сам. Знаете, что уже в Турцию больше 5000 сделали прививки. И спадает заболеваемость коронавирусом. Но я категорично против этой прививки.
Не знаю, что меня ждет. Говорят, что без этой прививки нельзя будет передвигаться из страны в другую страну. Ой, но время покажет, не так ли? Как они пахнут, эти цветочки. Мне для счастья много не нужно. Не так ли, девочки, мальчики? Девочки, а вам дарят мальчики цветы? Как часто? Мой Ашки мне раньше чаще дарил, а сейчас иногда не работает голова, но иногда и работает. Наверное, стареет мой Ашки, но так приятно, не так ли? А пахнут они как. У нас сегодня раздельный ужин. Ашки будет есть куру фасолью, салатик такой красивый. А я сейчас покажу, что я вам буду есть сегодня. У меня вот такой ужин. Картошка в мундирах и красная рыба с лучком. Вот осталось еще столько. Мой муж не захотел, отказался. А я буду его кушать с таким удовольствием. Приятного аппетита мне! Всем привет, друзья мои! Думала, сегодня один день не сниму видео, отдохну от камеры. Не буду надоедать вам своими ужинами, едой. Ну, не получилось. Ну, посмотрите, какое красивое блюдо у меня вышло. Ну, как же его не показать? А здесь печенка с булгуром, пловом. Удовольствие получаю, когда готовлю. Только вот сейчас покушать столько приготовила. Так что завтра опять ждите интересных ужинов наших с Ашкимом. Ну, а также мои огурчики. Вот. Все кушаем. А это дала соленье из лимончика. Оно очень горькое. Так что приятного нам аппетита. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.